church will deal with things like this, I think. То есть мы здесь говорим о том, что часто происходит и часто применяется в здоровой церкви. One my first church. Вот первая церковь, в которой я нес служение. We had relationships, things going on with the choir that should have never happened. Relationship. People within the choir. То есть были такие вот взаимоотношения между людьми, которые сидели в хоре, которые не должны были происходить. In the end, there were three divorces. А в конце концов получилось так, что три пары развелись. I would ask people, it looks to me like there's something that's not healthy here. Я вот говорил людям, что что-то нездоровое в нашей атмосфере, в атмосфере церкви, что-то происходит. Well, don't worry about it, pastor. It isn't like you think it is. Я не говорю, да, не волнуйся, это совсем не то, что ты думаешь, когда вот только были первые признаки каких-то таких дружеских отношений. And it was. Однако все переросло действительно. What I saw. Именно в то, что я и видел. So we excommunicated. Потом мы отлучили некоторых людей. Every person we excommunicated came back and repented. Однако всех, кого мы исключили, отлучили от церкви, они раскаялись в своих грехах и потом в церковь вернулись. Most churches don't have the courage to do that. Однако в очень многих церквах не хватает смелости вообще отлучать кого-то. Particularly if there are people in power. Особенно если грешат те люди, которые обладают властью или каким-то влиянием. It's easier to send them down to another church. Легче просто отправить его в другую церковь. But Matthew chapter 18. Так, 18 глава от Матфея. You've got in verse 21, Peter's asking the question, how many times shall I forgive my brother who sins against me? В 21 стихе Петр спрашивает, Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? If you read the commentaries, it would say three or four. Если бы вы прочитали толкование, то знали, что принятым стандартом было 3-4 раза. One of the smaller prophets for three sins and for four. А у одного из малых пророков, может быть, у Амоса, да, было такое вот за три согрешения или там за четыре, когда вот писал он об этом, да? So the expectation is if the standard is three or four and I'm going to seven, I've gone the extra. Что здесь Петр говорит, что вот если принято было 3-4 раза прощать, а я вот говорю до 7 раз, то есть получается, что я повышаю норму выше, планку выше. He's not expecting him to say 70 times 7. Естественно, что он навряд ли ожидал, что Иисус ему ответит, что до 70 раз. And then we've got this whole parable out in front of us. А вот после этого в контексте мы смотрим, да, речь идет о притче. And that's the issue that we do not have the tendency to forgive as we have been forgiven. И в этой притче говорится о том, что человеку не свойственно все-таки прощать так, как простили его. In other words, we are judging our actions on a different level than we are judging other people's actions. Другими словами, мы судим о своих поступках не так, как мы судим поступки других людей. But this guy has accumulated a huge, huge debt. В этой притче говорится о человеке, у которого был очень большой долг. He had owned the bank. Наверное, ему бы нужно было целый банк иметь, чтобы расплатить. He had to be the highest official of the tax collectors, otherwise he could never accumulate this kind of debt. Потому что либо ему нужно было быть самым главным налоговым инспектором, чтобы такими деньгами вот, чтобы такой вот долг себе заработать. And there was no way that he'd have the capacity to pay it back. Денег у него не было и вообще возможности выплатить этот долг тоже. But then he gets forgiven. Однако он получает прощение, ему прощается этот долг. He goes out and immediately. Но сразу же после того, как его простили, addresses somebody who owes him a small debt. Он набрасывается на того, кто должен был ему совсем немного. So parables are hard to interpret to know how to make the application. Притчи трудно толковать, чтобы прийти к правильному применению. What's the central truth of this? Однако мы можем извлечь истину, главную истину притчи. Вот в данном случае какая главная истина? Самому быть прощающим, будучи прощенным. So if somebody forgave you, you should forgive too. Yeah, and
In like manner that you were forgiven, you obviously. And if somebody steals 50 rubles from me compared with 5,000 rubles, there is a difference. А если кто-то украл, например, 50 рублей у меня, да, то по сравнению с тем, кто украл 500, кажется, есть разница. But if I took 5,000 rubles. Но если бы я, например, взял 500 рублей. And the owner forgave me. Тот, у кого я взял, простил меня. What am I going to do for the person who took 50 rubles from me? Как же я себя поведу по отношению к тому человеку, который у меня взял 50 и не отдал? I mean, it appears to be obvious. По вот этой вот притче ответ совершенно очевиден. Verse 35 we do not like to see. 35 стих нам вообще не нравится, наверное. This is how my heavenly Father will treat you unless you forgive your brother from your heart. Потому что здесь написано, так и Отец мой небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату, своему брату, своего брату, своему согрешение его. The body of Christ is to be a people who forgive. Тело Христово это должно быть сообщество людей, которые прощают друг друга. It's not an option. То есть у нас нет других вариантов. But the question is then, how do we forgive in the most difficult situations? Но тогда возникает вопрос, как же все-таки прощать, когда вот ситуация, ну, очень сложная, когда очень трудно прощать. We move to chapter 16. Так вот мы с вами просто быстро проходим книгу МакАртура, и вот уже даже дошли до 6 главы. He says, as Christians, we should be obsessed with forgiveness, not vengeance. МакАртур говорит о том, что христиане должны быть поглощены прощением, а не мщением. When Scripture instructs us to forgive in the same manner as we've been forgiven, what is in view is not the idea of withholding forgiveness until the offender expresses repentance. Когда Писание говорит о том, что мы должны прощать так же, как и нас простили, это не означает, что мы должны ждать, пока тот, кто согрешил против нас, выскажет свое покаяние, придет покаяние. Now you do have in Matthew 18:15-17 that if he listens to you, he has won your brother. Конечно, есть вот такой вот стих в Евангелии от Матфея 18 главе с 15 по 17, где есть такие вот условия: если послушает тебя, то да. А если не послушает, then you're going to treat him as in то тогда отношение будет к нему другое. Mark chapter 11. А в Евангелии от Марка в 11 главе. 25 and 26. В 25 и 26 стихах. Евангелие от Марка, 11 глава. 25 и 26 стихи. Verse 25, and when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive him, so that your Father in heaven may forgive you your sins. 25 стих. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. There's no condition there. It's unconditional forgiveness. А в данном случае нет условий. Здесь безусловное прощение. And it's because we have been forgiven. И мы должны прощать других, потому что сами прощены. MacArthur writes, what does unconditional forgiveness mean? MacArthur пишет о том, что означает безусловное прощение. Что такое безусловное прощение? It frees the heart of the forgiver. Безусловное прощение освобождает душу человека, того, кто прощает, освобождает его сердце. Free from holding a grudge, resisting the temptation to retaliation. Оно избавляет сердце человека или душу человека от обиды и сопротивляется вот этому искушению ответить злом на зло. To confront or not to confront. Тогда вот такой вот вопрос еще возникает: обличать или не обличать? Unless an offense requires forgiveness, unconditional forgiveness should recover the offense. Все зависит от греха. Если грех такой, что требуется обличение, то да, вы идете на конфронтацию. А если это небольшая обида, то действует безусловное прощение. If you are the only injured party, even if the offense was public and
Wait a minute. You may choose to forgive unilaterally. Если обида была нанесена лично вам, то есть пострадали, можно сказать, только вы от этого, несмотря на то, что, может быть, эти слова были высказаны публично в присутствии других людей, все равно вы можете простить обидчика безусловным прощением. Probably the most familiar testimony to that is Stephen. А вот свидетельством этого может быть Стефан. Father, forgive them, for they don't know what to do. Он говорил, лучше прости, ибо не ведают, что творят. Following what he had heard that Christ had said on the cross. Скорее всего, он как бы использовал, просто цитировал, да, Иисуса Христа, который говорил то же самое на кресте. But he's appealing for mercy on his those who are murdering him. То есть его убивают, его побивают камнями, а в это время он просит милости Бога по отношению к ним. Knowing at that point that he's going to die. А зная, что сейчас уже он умрет. Now, he says another example is that of Joseph in the Old Testament. А есть еще пример, а это Иосиф в Ветхом Завете. We don't see at any point that he held a grudge against his brothers. То есть мы нигде с вами не видим такого описания, чтобы он как-то отомстил своим братьям за то, что они сделали. He didn't make demands upon them. Other than bringing Benjamin. But it isn't a grudge that he carried for years upon years upon years. Однако это, в общем-то, была и не месть, и не какая-то обида. То есть это совсем не то, что некоторые люди носят в своем сердце на протяжении многих лет. If you want to talk about justice, he had a great opportunity for creating a court of justice. Дело в том, что вот у Иосифа это как раз и была прекрасная возможность поступить по справедливости. То есть он был в таком положении, что он мог действительно отомстить. Но он этого не сделал, он не стал пользоваться такой возможностью. What man meant for evil, God meant for good. И он просто даже сказал, что люди сделали во зло, Бог использовал во зло. Comments on that? А какие-нибудь у вас есть комментарии по мнению по этому? Впоследствии жизни, когда уже братья были вместе, они все равно боялись Иосифа и думали, что все-таки он им не простил. They were afraid. Да, братья-то боялись. В этом никто не сомневается. And they had, they were reason to be afraid. Естественно, что у них, наверное, были причины, да, бояться Иосифа. I mean, when they sent him into slavery, he was. Потому что они его отправили в рабство. And now he's got the power to do anything. Теперь он был власти, и он, собственно говоря, мог с ними сделать все, что захотел бы. So they're extreme. I think they're extremely surprised. Так что они были очень удивлены, когда его увидели там. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminary.com. Хорошо, по поводу 18 главы, 15 стиха, если же согрешит против тебя брат, именно чем он писал, так подробно, примерно? Как согрешит? Да. In Matthew chapter 18, and in other places, where it's written, if your brother sins against you. So what is meant by this saying, sins against you? So what kind of sin is against us? Or what kind of sin is just a sin? Against us, it could be a sin of destroying your reputation. Согрешит против себя, например, когда кто-то пытается лишить тебя доброго имени, испортить твою репутацию. Mixing a portion of truth and lies together about you. Когда кто-то смешивает правду и ложь о тебе, а потом это рассказывает другим. То есть он против тебя согрешает. In the years that I've been here, за те годы, которые я прожил здесь, people borrowing money from other people. Я вот знаю такие случаи, когда люди берут долг у других людей. I'll pay you back. И говорят, я тебе верну долг. In X number of months. Через столько-то месяцев. And what they've done with the money evaporates. So they can't pay back. А потом они вот как-то вот эти деньги куда-то используют, что
прибыли не получили и денег нет, которые нужно вернуть. But is that going to fracture the relationship so that we don't relate to each other as brothers in Christ or sisters in Christ? То есть человек не возвращает долг. Должно ли это теперь уничтожить те отношения, которые были между должником и тем, кто дал ему долг? Должны ли их отношения развалиться на части из-за этого, из-за его невозможности вернуть долг? А является ли грехом в таком случае то обстоятельство, если человек нарушает, ну, христианин нарушает правило любить ближнего своего, как самого себя, если он недостаточно любит, это грех по отношению к брату или не грех? Это не обстоятельство. Можно сказать, что это грех бездействия. То есть когда ты не что-то делаешь, а наоборот чего-то не делаешь. Это же не значит, что человека надо не обличить, но ему реально надо обличить. Но потом людей призвать опять. Конечно, ты это не будешь. Если тебя кто-то недостаточно не любит, ты же не будешь на церковь выносить этот разговор, как меня не любят там, и не так, как надо. Я бы хотела сказать Джиму, что прощение вообще у нас, у славян, это как бы как свойство национального характера. И рассказать пример такой, который мне моя бабушка рассказывала. She just wants to say that Slavic people, they have the tendency, like in their nature, to quote fathers, so it's not that difficult. Во время Великой Отечественной войны мой город родной Харьков, его как бы дважды брали немцы. То есть бои ужасные были. То есть Харькова как такового вообще не осталось. Вот, несколько зданий в центре осталось Харькова. И вот когда уже Харьков взяли окончательно и выводили пленных немцев, и вот выходили женщины, русские, украинцы, это были женщины, у которых дети их на войне воюют, и многих погибли. И они выносили последние куски хлеба, они выносили какую-то теплую обувь, одежду, им было жалко вот этих вот немцев, захватчиков, которые убили вот их детей, их мужей. Но в то же время у них было такое сострадание и такое прощение, что вот как-то нам сейчас тяжело это представить, да, вот кто-то убьет моего ребенка, а я еще его накормлю там, да, и что-то сделаю для него хорошее. Но это было. И это было не только в Харькове. Это на Украине в очень многих местах было такое. Я не знаю, как это было странно, я что знаю, это And I think war itself brings out both good and bad. А я думаю, что война просто сама по себе в людях проявляется как зло, так и добро. I have a friend who was a prisoner of war and of the Japanese. Да, вот у меня есть друг, который во время вот войны с Японией оказался пленником. For 3.5 years. А и он 3.5 года провел в плену японцев. And I worked through some things with him. Да, и мне нужно было с ним проводить консультации, чтобы какие-то проблемы разрешить. And that has to do with forgiveness. Да, и одна из тем – это тема прощения была. The same thing is true of Corrie ten Boom that we'll see later. Да, и вот еще я буду рассказывать чуть позднее иллюстрацию про Corrie ten Boom. У нее тоже вот была такая ситуация, когда нужно было простить. Where people really become heroes of faith and forgiveness. И вот в таких вот ситуациях, как бы эти люди фактически становятся героями, вроде бы прощают тех, кого вот и не следовало бы прощать. Ну опять, во всем Господь Христос, правильно? Во всем Господь? Конечно, даже люди неверующие имели прощение благодаря милости Божьей, я все равно в это верю. Как имели прощение? Могли прощать, потому что это дар от Бога. А верующим надо просить у Бога, упросить. Вот, например, у меня был случай, мне один человек был должен денег. Я не имею там ни отца, ни мать, да, пришел заключение, как раз бы эти деньги мне не помешали.
Вот в молитве «Отче наш» мне доходило вот именно просить мне долги, вообще рядом своим должникам. Я не мог этого человека просить, у меня он в голове стоял. Я просто для себя решил, что я должен простить, и просил Бога силу. Я просто нашел этого человека и сказал: «Я тебя прощаю». Я пошел специально его искать, чтобы сказать ему это. Потому что мне было нужно это. Но это не обязательно во всех случаях так. Ну, раньше бы я бы его на счетчик, может, поставил. Ну, как бы, сколько дней он мне не давал. Без Бога практически. Let me take over to Hebrews chapter 12. Мы отправимся в послание к евреям, 12 глава. This is one of these verses that helps us immensely. Я думаю, что вот этот стих помогает нам как раз в подобной ситуации. Hebrews chapter 12, verse 14. 12 глава, 14 стих. Make every effort to live in peace with all men and to be holy. Старайтесь иметь мир со всеми и святость. Without holiness, no one will see the Lord. Без которой никто не увидит Господа. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.